Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, все очень упорно проходят новый шедевр Хидео Кодзимы, а мы с вами начинаем его старый шедевр. А именно Metal Gear Solid. Вот. Игру, короче, с серией я не знаком, вот. Мне не удалось так... Ну, не то, что не удалось. Как-то я, у меня все руки не доходили познакомиться с этой серией, короче. Потому что она заточена под стелс. А вы как знаете, стелс у меня хромает. Вот. И я так с ней не знаком. Так что будем проходить вслепую. Это будет слепое прохождение. Вот. Версия, короче, для первой плехи. Вот, и проходить мы будем на уровне сложности обычно, так как стелси я вообще полный нуб. Вот, вы это сами прекрасно знаете, кто следит за каналом, это все знает. Вот, и, так сказать, будем получать азы, ну точнее я буду получать азы стелса на уровне сложности обычной. Но может в дальнейшем когда-нибудь мы на стримах, короче, когда запустятся стримы, если вы захотите... Пройдем на трудном. Вот. Ну что, давайте. Metal Gear Solid. Уровень сложности обычный. Погнали. Игра Хидео Кодзима. Аляска, Беринговое море. База утилизации ядерного оружия на острове Shadow Moses, входящего в листья архипелаг Аляски, было атаковано и захвачено спецподразделением нового поколения, возглавляемым членом Фоксхауда. Они требуют, чтобы правительство передало им останки большого босса. Если их требования не будут выполнены в течение 24 часов, они применят ядерное оружие. У тебя будет две задачи. Первое, ты должен спасти директора ДАРПы Дональда Андерсона и президента Армстеха Кеннета Бейкера. Оба были взяты в заложники. Второе, ты должен узнать, есть ли у террористов возможность нанести ядерный удар и остановить их, если это так. Как мне туда проникнуть? Мы приблизимся к базе на подлодке. А потом запустим одноместный ББП. После того, как ББП подойдет как можно ближе к цели, брось его. Дальше тебе придется плыть самому. Высокотехнологический отряд особого назначения Фоксхауд, твой бывший отряд, которым я когда-то командовал. Так они все еще действуют. Шесть членов Фоксхауда вовлечены в этот террористический акт. Психомантис, очень сильный телепат. Снайпер Вульф, красивый и смертельно опасный стрелок. Дикой Октопус, мастер маскировки. Вулкан Рейвен, великан и шаман. И револьвер Оцелот, специалист по допросам и выдающийся стрелок. И, наконец, во главе всех них командир части Foxhound Liquid Snake. Liquid Snake? Человек с таким же позывным, как и у тебя. База утилизации ядерного оружия занимает весь остров. Я дам инструкции по кодеку, когда ты будешь на месте. Со мной еще кто-нибудь будет? Как обычно, это одиночная миссия проникновения. Оружие и экипировка ДНМ? Да. Это сверхсекретная операция. Не жди официальной поддержки. Короче, отправляемся одни в самую жопу, в самую базу террористов. Oh.
Будьте наготове. Он будет здесь, я уверен. А я пока разберусь с парой надоедливых мух. Так, прибыли, короче, на базу. Вот. И нужно связаться, я так понял, с командиром. По кодеку. Давайте. Сейчас это сделаем. Это Снейк. Полковник, как слышите? Громко и отчетливо. Какова ситуация, Снейк? Похоже, лифт впереди, единственный путь наверх. Как я и ожидал. Тебе придется подняться на нем на поверхность. Но убедись, что останешься незамеченным. Если будет нужно, связывайся со мной по кодеку. Моя частота 140.85. Когда захочешь использовать кодек, нажми кнопку Select. Если нам нужно будет связаться с тобой, кодек начнет пищать. Когда услышишь этот звук, нажми кнопку Select. Кодек напрямую воздействует на малые кости в твоем ухе. Никто, кроме тебя, не сможет его услышать. Понял. Ладно, я готов идти. Так, короче. Это было, походу, такое небольшое обучение, вот. Так, давайте посмотрим. Смотри, я вижу уже коробочку, которая в воде там лежит. Интересно, мы можем плавать? Нет, плавать мы не можем, мы тупо, короче, упали под воду. Но давай возьмем. Паёк. Мы взяли паёк. Окей. Взяли паёк и выбегаем из воды, потому что у нас кончается воздух. Так, окей. Давайте посмотрим, что у нас из управления есть. Так... Можем садиться. Можем ползать. Это у нас удар. Это что? Это вид от первого лица, походу. Смотри, там еще одна коробка, я вижу. Так. Вид от первого лица, чтобы осматриваться, получается, да? И что это? Это у нас, я так полагаю, какой-то захват. Окей, погнали. Здесь у нас ничего. Это у нас кнопка не работает пока, наверное. Это тоже. Так, здесь у нас что? Пайки восстанавливают здоровье, используйте, нажав нолик в меню. Понятно, паёк — это аптечка. Окей, я понял. У вас оптический бинокль. Оптический бинокль, нажмите 0 или X для изменения степени увеличения. Ладно, я понял. Сигареты, любимый бренд Снейка. Курение опасно для вашего здоровья. Запоминаем, друзья, запоминаем. Курение опасно для жизни. Окей, смотри. Это у нас бинокль, тоже, видимо... чтобы осматривать зону. И, наверное, как обычно, через бинокль мы сможем отмечать, наверное, цели, да, наверное, какие-нибудь. Но это мы узнаем уже дальше. Вот. Давайте. Мы его поставим, короче, в быстрый доступ. Окей. Погнали. Здесь бочки. Нам не пройти. Погнали здесь. Здесь, наверное, ползти надо. Ладно. Я понял. Ползем. Так. Окей. Смотри. Здесь как-то надо, короче, нам проникнуть. Чтоб нас не заметили. Давай ползком. Это стелс же, давай ползком. Давай-ка поползем. Смотри, там чувак, короче, он... А, нет, я думал, он пойдет в мою сторону. Оказывается, он просто посмотрел. Оп, лифт, Ладно. Окей. Лифт спустился, оттуда вышел чувак. Еще один. Мне бы с этими двумя справиться. А тут еще один вышел. Ладно, давай. Опа, опа, по воде пробежал. И чувак там услышал. Ну ладно, вроде как бы... Так, погоди, Так, опа, Интересно, он куда пойдет? Он куда сейчас пойдет? Смотри, рядом со мной встал. Ладно. Окей, давай побежали к лифту. Все четко. Короче, на поверхность мы проникнули, в принципе, на изи. В принципе. Но я думаю, это только начало, это просто фигня.
Очередная заставочка. Снимаем одежду. Снимаем экипировку. Продюсер Хидео Кодзима. Режиссер Хидео Кодзима. Прикольно, да, так сделано, как просто как кинцо. Нормально. Мне уже нравится. Metal Gear Solid. Мне уже нравится. Надеюсь, она будет не такой сложной, как я предполагаю просто. Потому что я очень-очень стремаюсь, вот почему-то я очень стремаюсь стелса. Очень стремаюсь. Вы там, если что, короче, пишите в комментах, в подсказочки, там всякие советы. Вот, как лучше, что лучше сделать. Как бы, так сказать, помогайте мне, потому что стелс для меня это жесть. Так, снова связались. Окей. Это Снейк. Я прямо перед заводом по утилизации. Прекрасно, Снейк. С годами ты не стал более медлительным. Ну как тебе маскировочный костюм? Все в порядке, сухо, но немного тяжело двигаться. Потерпи. Он сделан так, чтобы предотвращать переохлаждение. Это ведь Аляска, знаешь ли. Успокойся, я благодарен. Если бы не твой костюм и укол, я бы уже давно превратился в ледышку. Антифризный пептид, Снейк. Ты геном солдата на этих учениях используют его. Понятно. Рад это слышать. Уже испытали, а? Кстати, как там продвигается диверсионная операция? Два F-16 только что вылетели из Галины и направляются к тебе. Радар террористов уже должен был засечь их. АНД? Полковник. Что здесь делает русский вертолет? Без понятия. Но похоже, наша маленькая диверсия привлекла их внимание. Сейчас у тебя есть шанс проскочить незамеченным. Я так полагаю, короче, читать нам придется очень много, да? Вот. Поэтому буду стараться успевать читать текст. Русскую озвучку я не нашел, к сожалению. Только текстовый перевод. Ну, и то хорошо. До запуска осталось всего 18 часов. Тебе нужно поторопиться. Ого. Он сумасшедший пилотировать Хайнд в такую погоду. Кто это? О, извини, я еще не представил вас друг другу. Это Мэйлин. Ее прислали к нам как специалиста по анализу и обработке данных. Она создатель твоего кодека и солитонной радарной системы. Свяжись с ней, если у тебя возникнут по ним вопросы. Рада познакомиться с тобой, Снейк. Это большая честь говорить с живой легендой, такой как ты. Что такое? Ничего. Просто не ожидал, что дизайнер военной техники мирового уровня может быть столь милой. Ты просто льстишь мне. Нет, серьезно. Теперь я уверен, что следующие 18 часов мне не будет скучно. Да ну. Не могу поверить, знаменитый Solid Snake обратил на меня внимание. Но я удивлена. Ты слишком открыт для профессионального убийцы. Похоже, нам обоим есть что узнать друг о друге. Да уж. Мне не терпится узнать побольше о человеке, который стоит за легендой. Но сначала позволь рассказать о твоей солитонной радарной системе. Яркая точка в центре — это ты, Снейк. Красные точки — твои враги. А синяя область в форме конуса показывает их поле зрения. Будь осторожен, Снейк. У геном-солдат повышена чувствительность слуха и зрения после генной терапии. Постарайся не попадаться им. Сначала проникни внутрь базы утилизации, затем ищи директора DARPA. Директору DARPA были введены такие же нано-передатчики, как и тебе. Он должен появиться на твоем радаре в виде зеленой точки. Получай от него всю возможную информацию о террористах. Если он еще жив, конечно. Ох, как всего много-то, как всего все сложно-то. Снейк, погода и условия не действуют на твой радар, но если тебя обнаружат, ты не сможешь его использовать. Да, боюсь, создать для него помехи легко.
Да, он создан при помощи существующей технологии. Он не будет работать в местах с сильным гармоническим резонансом. Будь осторожен. Мы будем отслеживать твое передвижение на радаре, так что связывайся с нами по кодеку в любое время. Понял. Я позвоню, если почувствую себя одиноким. Серьезно, Снейк. Мы здесь, чтобы поддержать тебя, потому звони, если понадобится информация или совет. Я также отвечаю за данные миссии. Свяжись со мной, если захочешь сохранить свой текущий статус. Моя частота 140.96. Это выделенная линия для сохранения, не забудь ее. Запомни, за исключением своего бинокля ты пуст. Тебе следует вооружаться любым оружием, как сможешь найти. Я помню, сначала доктор Наоми устроила мне обыск с обнаженкой, затем у меня забрали все оружие. Представь себе на моем месте. Что ж, если ты вернешься в невредимом, может, я позволю тебе устроить мне обыск в обнаженном виде? Ловлю на слове, доктор. Кстати, не хочу тебя расстраивать, но мне удалось протащить свои сигареты. Как это ты сделал? В желудке. Благодаря твоему уколу желудочный сок перестал выделяться. Сигареты? Чем они тебе помогут? Мало ли. Я смотрю, Снейк у нас, блин, альфа-самец, да, вообще? Пёлочки так и текут. Если хочешь попасть внутрь, там есть передняя дверь. Это кратчайший путь, но там слишком большой риск быть схваченным врагами. Я не могу просто постучаться и попросить, чтобы меня впустили. Один часовой слева и один справа. Они вооружены 556-м и лимонками. Сейчас смотрите, он сам играет, короче. Я только тупо читаю текст. Как насчет воздуховода возле двери? На втором этаже тоже должен быть воздуховод. Я не вижу его отсюда. Напихали там врагов. Оставляю решение за тобой. Я рассчитываю на тебя, Снейк. О, все, нам передали управление, короче. Я так понял, короче, можем сохраняться в любом месте. Вот. Так что у меня сохранки не работают. Так что будем работать со сейф-статом, короче. Вот. И... сохраняться раз можно в любом месте, мы значит будем сохраняться в любом месте. И я именно сейчас это и сделаю. Сохраночка пошла. Так, окей. Смотри. Давай-ка поймем, как и что делать здесь. Так, лифт, это лифт, на котором мы приехали. Окей. Здесь по периметру. Так, смотри, там прожектора. А если здесь обходить, там, короче, патруль, да, у нас часовой, сказал нам Снейк. Так, окей. Надо, короче, я так понимаю, выбрать подходящий момент и пробежать мимо прожекторов. Смотри, что-то лежит вон, болтается. Ай-яй-яй. Это очень опасно, очень. Очень опасно. Так, окей. Окей, я пробежал, смотри, а там у нас коробочка какая-то. Может, я смогу взять, а? Коробку. Надо тоже выловить момент, короче. Граната. Ай-яй-яй. Твою-то мать, а? Твою-то мать. Гранаты меня подвели. Окей, нам надо спрятаться куда-то. Смотри, здесь еще граната. Так, стопэ. Давайте присядем. Окей. Окей. Гранату мы, в принципе, взяли, да? Ну вот, давайте еще раз сохранимся. Вот. Сохраняться я буду, получается, очень часто. Так. Тут у нас, смотри, камера. Камера, да. Надо, короче, как-то... Бегом-бегом отсюда. Отлично. Мимо камеры мы прошли. Так, теперь как? Куда? Так.
Здесь я пока чуваков не вижу, да, в принципе. А, о, нет, смотри, там что-то свечение синее на радаре. Да, чувак именно идет. Надо, короче, заныкаться. Это как-то... Слушайте, неудобно как-то к стенке он прислоняется. Как-то. Можно было на отдельную кнопку бы вывести. Ладно. Опа! Резко так обернулся. Я чуть не выбежал, короче. Ладно. Пошли. Пошли. Так, окей. Соком, короче, какой-то взяли соком. Ну-ка. А, смотри, у нас М-гранаты он есть. Запутывает электронику. Нажмите квадрат, чтобы выдернуть чеку. Отпустите для броска. Окей. Светошумовая граната. Оглушает всех врагов. Понятно. И полуавтоматический пистолет. О, смотри, тут еще даже оружие есть. Полуавтоматический пистолет. Я понял. Окей. Так. Теперь, короче, надо вылавливать момент. Стой, погоди. Ну-ка. М-граната. Там я смотрю, смотри, камера есть, да? У нас. Там же нам показывали, короче, этот... как его называют? Вентиляцию. Вот. Что надо? Так, давайте сохранюсь. Так. Блин, твою мать. Ну тот чувак, короче, надо как-то вот подобрать момент, я не знаю, чтобы... Как-то, я не знаю, его можно как-то убить, там, удушить или еще что-то сделать с этим чуваком? Потому что... Так, ладно, он смотрит. Погоди, что ты подошел-то, блин, в упор к машине. Так, окей. Блин. Да что ты? Зачем ты залез на машину опять? Эй, окей. Нас засекли, но мы уползли, короче. Ладно, я хотел по-другому сделать, я хотел эту, короче, М-гранату туда бросить, чтобы, ну, сломать, короче, камеру. Но, видите, как видите, получилось немножко по-другому. Так, смотри, здесь у нас крысы. Так, а куда мне ползти? Погоди. Это вызов какой-то. Снейк, это Макдональд Миллер. Давно не виделись. Инструктор? Что ты здесь делаешь? Я бросил работу инструктора и переехал сюда в поисках тишины и покоя. Я в отставке, так же как и ты, однако все еще помогаю тренировать разведчиков на Аляске. Передаешь свое умение новому поколению, а? Кэмпбелл рассказал о ситуации здесь. Я решил, что могу оказаться полезен. Может, ты хочешь поменяться со мной местами? Что ж, я много знаю о выживании в жестких условиях. И живу на Аляске дольше, чем ты, так что звони мне, если у тебя возникнут вопросы о местной флоре или фауне. Моя частота 141.80. Блин. Вот эти... Это аляскинские полевые мыши. Не бойся, они тебя не укусят. У диких полевых мышей нет жировой прослойки, но они могут пережить суровую зиму без спячки. Они выкапывают туннели под снегом и там греются. Профи по выживанию? Мне нужно поучиться у них. Но есть и темная сторона. Иногда самцы убивают и съедают чужое потомство. Чтобы обеспечить выживание собственных ген? Именно. Весьма хороший способ, да? Если есть мышь, значит где-то есть выход. Следуй за мышами.
А, вот так, да? Смотрите, дельный совет. Если где-то рядом мышь, значит, есть и выход. Вон там у нас мыши, значит, нам туда. А что, интересно, находится вон там? Вот. Такая, неизвестно. Так, блин, столько частот, короче, это все запоминать надо. Мне, если что, связываться с этими чуваками, короче. О, смотри, там какая-то штукенция болтается. Не зря мы сюда поползли, короче. В принципе, да? Какой-то ящичек. Так, погоди, что здесь? Здесь у нас решетка. И охранники ходят. Ладно, я понял. Суваться не будем туда. А, паёк. Смотри, нормуль. Но паёк у нас полно, короче, получается, да? И паёк мы не взяли. Ну, короче, давайте идем, короче, к мышам. Ползем к мышам. Вот. Должны нас вывести наружу. Судя по рассказам нашего друга. Так, окей. О, здесь вода. Блин, смотри. А этот воздух быстро кончается. Ну ладно, окей. В принципе, чтобы нам переползти, его хватило. Ну, даже половины хватило. Так, ведите меня, крысы, ведите меня на выход. Так, здесь никаких поворотов нет. Окей. Так, ладно, смотри. Здесь мы тоже не можем, да, вылезти. Здесь, смотри, чувак ходит. Блуждает. Ладно, по туннелькам, по туннелькам. О, вот, вот и выход, в принципе. Давайте взглянем. Так, вон чувак. Окей. Нам надо как-то, короче, выбраться и куда-то сразу заныкаться. Так, какой... Да ладно, да ладно. Не вовремя. Перемещайся по этажам на лифте. Здесь где-то должен быть грузовой лифт, на котором ты сможешь спуститься. Попробуй найти его. Ладно, я понял. Сейчас будем искать лифт. О, второй чувак пришел. Это не есть хорошо. Так, ладно. Да блин, я застрял там. Так, надо искать грузовой лифт, короче. Ищем грузовой лифт. В принципе, я, наверное, думаю, вот он. Этот грузовой лифт. Но только он почему-то не работает, твою мать. Ну чё, я же нажал. Твою-то мать, а? Сейчас засекет. Это просто жесть, а? Погоди, у меня, короче, сработала моя рация. О, погоди, еще раз звонят. В смысле? Я нажимаю на рацию, короче. А нифига не срабатывает. Ладно, окей. Давай-ка сюда забежим. Камера, блин! Твою-то мать! А, убили, короче. Меня замочили. Меня замочили. Игра окончена. Снейк. Замочили, короче, Снейка. Вот. Так. Ну что, друзья, ладно, мы попробовали, короче, да, ну, немного так в управлении разобрались, там, вступительная, да, игра у нас получилась такая, посмотрели, что к чему, вот. Продолжать будем уже в следующей серии, потому что у меня видос уже подошел к концу.
Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишите свои подсказки, свои советы, кто играл в эту игру. Все мне это будет полезно. Ну и с вами был Валерий. До новых прохождений. Всем пока.